Всем привет, мои прекрасные друзья. Привет. Вот так чудесно. Заселившись в наш роял, что мы решили сделать? Мало того, что посмотреть на окрестности и красоты данного не только заведения, но и все, что происходит на улице, мы просто перешли дорожку, которую я вот для вас опять перейду. И решили начать с лимонада. Да-да-да, лимонад. И что мы делаем далее? Заказали кое-что и решили потрапезничать. Вот наш волшебный лимонад. А дальше посмотрим, что будет. Ой, я же забыла вам сказать, что я нахожусь в Чинаре, ресторан Чинар. Сейчас тут делают чистку и дезинфекцию, хотят нас как тараканов, наверное, вытравить. Шучу. Это если кто-то не понимает сарказма и иронии. Ну, а мы ждем мусаку и курочку. Наверное, будет цыплята табака. Ну, вот как-то так. Куда бы вам еще... Вернее, куда бы мне пройти, чтобы вам было все видно и красиво. Я сейчас уже не про ресторан. Вот наше Неви министерство. Болгары поправят, как оно там по-настоящему называется. Но это что-то военно-морского флота. Пусть поправляют, буду рада. Я люблю, когда мне дают много информации именно местные жители. Ну все, поедем в Канаду, я там, как местный житель, вам тоже что-то расскажу. Ну вот, такой маленький кратенький очерк. У меня всегда коротенькие зарисовки, потому что я знаю, что вы все страшно заняты суетой. Ну, важно это. Гульдены никто не отменял, поэтому уважаю. Кстати, зарабатывает не тот, кто работает, а тот, кто работает головой. Ну ладно, не важно. Я надеюсь, мало кто понимает этот мой волшебный юмор. Обнимаю вас красотой военно-морским заведения. Чао-чао, мои прекрасные друзья.